Но россияне – гивный народ. Что бы ни делал Путин, все правильно. Мне иногда кажется, что их когда на виселицу погонят, то они сами себе петлю и затянут. Хотя, чего это я? Это уже и так происходит. Я все равно не знаю, кто кроме него может сейчас... Просто он сейчас нужен на России. Вот что я могу сказать. Другого я никого не вижу. Я думаю, хорошо. Мне он плохого ничего не сделал. Работа у меня есть, и я смотрю, вакансии есть, все есть. Просто, может быть, наши люди не хотят работать. Зарплата достойная, все нормально. Я считаю, пусть правят дальше.